Так, хотел с вами проститься, но не получается. Оптовичок хочет выборочно взять лучистый. Надо снимать, пока есть что снимать, потому что дальше будет уже с каждым разом его все меньше и меньше. То есть сейчас его будут резать 2-3 раза в неделю. То есть все, что подспевает, вот все будет вырезаться. Тем более, что после первой прорезки выборочной оставшиеся грозди очень быстро набирают и сахар, и цвет, и размер. То есть кустики чуть-чуть подразгружаются, и процесс созревания идет гораздо интенсивнее. Значит, быстренько остановимся на нагрузке. Вот, значит, когда я рассказывал про подвязку побегов, я говорил о том, что на кусту я оставляю 18 побегов напролет, соответственно, на куст нагрузка 36 побегов. Ну, где-то 36, где-то 30-32, вот в этом диапазоне. Соответственно, на куст надо умножить на 2, и получается, где-то в среднем получается порядка 70 гроздей. Ну, в этом году урожай хороший. Когда все срежем, я смогу посчитать с 6 рядов у меня лучистого, смогу посчитать среднюю урожайность куста. Ну, как бы по визуальной оценке уже могу сказать, что будет где-то 55 плюс. То есть сколько точно не знаю, но ну так по моим прикидкам 55 плюс. То есть минимум 55, но скорее всего, что больше. Но это покажет только тогда, когда будет полностью срезан виноград. Так, а где-то я бросил зажигалочку, чтобы показать размер ягоды. Или я ее где-то посеял. Ага, вот нашел зажигалочку. Сейчас я покажу. Значит, размер ягод, ну, в этом году лучистый очень крупненький. Отдельные ягоды будут точно. Ну, вот, как это, например, вот. Хорошо видно сейчас я ее. Так, не обращайте внимания на грязные руки, потому что идет параллельно срезка. Мои все работают, а я тут валяю дурака, снимаю видео. Вот ягодка. В общем, отдельные будут до 8 грамм, а так в среднем где-то в районе 5 грамм будут ягодки. Вон, посмотрите, что здесь делается. Ай, какая красота. Везде по 2 гроздочки. Чем мне нравится еще лучистый, что он не требует ножниц. То есть, в отличие от остальных сортов некишмишных, где требуется легкое удаление гороха, а в отдельных случаях и не легкое, а полномасштабное, то на лучистом этого ничего не требуется. Вот. Попадается, правда, вот отдельные вот такого плана ягодки зелененькие. Вот она видна. Она такая и останется. Ее просто потом надо будет рукой удалить, и все, она уже не нальется. Вот это характерная особенность лучистого. Попадается, вот сейчас я покажу. Вот она, видите, попадаются отдельные зеленые ягодки. Вот, и которые никогда уже не поспеют, они просто такие есть. Но их очень-очень немного. Хотя некоторые скажут, что ерунда. В отдельных гроздях их очень много. Ну, скажу так, я с таким не сталкивался. У меня реально, вот сколько я лет выращиваю, уже с 2000, скажем, 7-го, по-моему, у меня был первый урожай. То есть это уже, получается, 9-й сезон. Никогда такого не было, чтобы этих зелененьких ягодок маленьких, которые не развиваются, было очень много. Всегда их или почти нету, или есть незначительное количество, там меньше 1% в грозди, это точно. Так, смотрим, какая красота, пошел. Сейчас было похолодание у нас, значит, в ближайшие 3-4 дня луч просто запылает. Он возьмет хорошо окраску, то есть он любит, когда есть перепад дневных и ночных температур. Вот, а сейчас ночи будут холодные, несколько ночей впереди, вообще было похолодание. И сейчас он будет очень активно краситься. Вот так вот выглядит у меня лучистый. Ну, конечно, камера не передает всей той нагрузки. Я попытаюсь сейчас вот туда вот заглянуть, чтобы это вы видите как бы фронтально только одну часть. Вот, и плохо видно, что делается с той стороны. Вот таким вот образом. Так, сейчас быстренько давайте дойдем этот ряд до конца. Вот, ну тут прям ого-го нагрузка, и видно, что еще тут, видите, еще тут зеленковатый. То есть этот еще где-то дней 10 ему еще висеть. Вот некоторые вот такого плана ярко-розовые вырежутся. Может быть, не сегодня, а через пару дней на следующем заезде. И вот эти вот грозди начнут активно доокрашиваться и дозревать, подтягиваться. Видите, на краях там чуть поменьше грозди, да? И окрас чуть получше.
Вот, грозочки у лучистого сейчас на данный момент у меня небольшие, где-то отдельные до 2 кг, но в среднем в районе 600-800 кг, вот это вот основной вес. Вот, в молодости у него были отдельные у меня грозди до 3200, но с уплотнением побегов, когда их становится очень много на погонный метр, когда выходит на свою полную мощность, грозди становятся несколько поменьше. Вот, это связано с тем, что, видите, из-за плотной листвы, видите, какой плотный листовой полог, сейчас я выйду, покажу. Из-за того, что листовой полог плотный, сомкнутый, вот, свет все-таки на плодовую часть побега поступает уже не такой интенсивный, и, соответственно, закладочка несколько ухудшается. Ну, например, такие сорта, как Аркадия, вот, они на это не реагируют, и они даже при такой плотности побегов дают хорошую закладку больших крупных гроздей. А лучистый все-таки чистый азиат, вот, восточноевропейская группа, поэтому у него закладочка несколько ухудшается в связи с уплотнением. Особенно сильно заметно снижение размеров соцветий, потом гроздей, у тех, кто выращивает его под пленкой. Ему точно не хватает там температуры. Вот, и поэтому соцветия получается поменьше. Ну, здесь вы видите соцветие, чтобы показать, вот это соцветие, ну, где-то оно сантиметров 30. То есть такое красивое, классненькое. Опа. Вот так, вот это все у меня лучистый. Не знаю, свет утренний, немножечко некомфортно снимать, но ничего. Это лучше, чем не снять вообще ничего. Потом скажете, что я обещал показать и ничего не снял. Так, вот там я вижу, уже перешли на лучистый и режут мне края. О, тут вообще бомба. Вот это крайние кустики, они, как правило, всегда, во-первых, здесь лучше идет окрашивание, особенно с торцов. Причем это торцы у меня сейчас, мы пришли на северный торец. Северные торцы имеют утреннее солнце, освещенность. И там, когда утреннее солнце на них светит, ягоды освещаются просто бомба. И они нежное солнце, не горячее. Вот, и происходит классное окрашивание. Вон утреннее солнце, вон оно у нас утро. А вот он лучистый уже в коробочке. Так, ну что, в этот ряд заходить не будем, мешать им не будем. У нас тут хватает рядов, полно. Можно зайти, например, сюда. Вот покажу вам, как тут дело обстоит. Тут вообще красота. Нагрузка, конечно. Вон, смотрите, сколько тут гроздей. Ребят. Так. Не знаю, стоит ли ходить вдоль всего ряда. В принципе, все шесть рядов, в общем-то, одинаковые. Ну, тут еще надо повисеть, еще окрас только пошел. Вот. Окрас только пошел. Вот такая вот красота. Да, тут явно на отдельных кустиках по 60 килограмм будет, потому что я вижу, ну вот смотрите, не видно, как же тут снять-то. Вот гроночка такая, вот она, эта гронка. Блин, плохо видно, не так, ни сяк ее не снят. Ну, такая килограмма на полтора. А вот хорошие тоже две балдовины, смотрите. Вот одна, вот такая крылатая. Блин, ну как же ее снять-то? А вот вторая. Ну, вот это вот. Тоже килограмма на полтора. То есть вот этот вот побежек 3 килограмма тащит и улыбается. Ну, правда, можно сказать, что соседние побеги, например, вот этот, здесь поменьше гроздочки, вот тут порыхлее. То есть, в принципе, он не один работает, а работает в паре, весь работает куст. То есть там, где побегам немножко меньше досталась нагрузка, естественно, питательные вещества перетекают в тот побег, которому больше нужно. Вот, вот тут вообще красота. Вот смотрите тут. Так, вот тут вообще руку не просунешь. Тут все сплошь завалено гроздями. Вот там вот, смотрите, сколько. Это ж вам, еще раз говорю, что видно в камеру только
только с тыльной стороны. Вернее, не с тыльной, а с фронта. Это как получается? С фронта, да? Вот лицевая часть. А так, что делается за пределами, этого не видно. Так, ну а то я тут мотыляю, резкость даже не навести. Вон гроздочки. Вот так вот. Интересно, если вот так вот взять камеру, снять вот так вот снизу. Снизу все это безобразие. Все это безобразие. Вот там вот полно. Это все. Все в гроздях. Так, сюда идем. Ну, в общем, это мы идем только второй ряд. С другой стороны. Ну, сейчас пройдем его. Я зайду. Ой, зайду еще через ряд. А, кстати, я покажу, как окрашивается виноград. У меня есть один ряд. У него пленочная крыша. Посмотрим, покажу, как там окрашивается. И там, в принципе, окрас не такой интенсивный. Все-таки пленочка свое дело делает, часть ультрафиолета отсекает, и поэтому окраска там не такая интенсивная. Даже когда он там будет полностью спелый, он все равно будет, ну, примерно вот такого цвета, хотя, может быть, из-за температуры будет чуть темнее, но здесь будет, вот когда полностью наберет окрас, здесь вообще будет темно-малиновый, вот такого вот цвета будет весь. Такого цвета будет весь. Так, о, вот тут классно, на краю вообще тут висят балдовинки неплохие. Тут кило по два. Так, а вот видите, вот сейчас краю покажу. Вот южная сторона, да? Блин, плохо фокусируется, но станем так, чтобы тень была. Попробуем снять. Просто видно запеченные ягодки. Вот те ягодки, которые были все время на солнце, они запекаются настолько, что потом просто останавливаются в развитии, и вот в таком состоянии они остаются, они потом недоразвиваются. Сколько себе разговорил, не оставлять на края грозди. Но всегда жадность меня перебарывает, потому что на краях, как правило, и соцветия красивые, вот, и побеги мощные. Ну ничего, там вырежется сверху, она не вся грозь запеченная, а только сверху. Вот здесь, видите, у меня хватило силы, оставил два холостых побега. Так надо было и делать. А дальше внутри уже. Так, это у меня получается пятый ряд. Пятый ряд. Это тоже открытый грунт. Это не под пленочкой. Ну, в принципе, все то же самое. Я сейчас далеко заходить не буду. С краю покажу только, что тут тоже как бы все так же. Все так же. Отлично. В этом году лучистый опылился, несмотря на то, что были дожди кромешные. А ну-ка, вот такого ракурса пониже. Из-за того, что были кромешные дожди, я думал, что я ничего не получу. Потому что он цвел 2 недели, и в течение этих 2 недель, ну, половина из этого точно была дождливая. Причем дождь шел по нескольку раз в день, не давая пыльце толком и просохнуть. Вот. Тем не менее, опылился он гораздо лучше, чем я мог ожидать. В общем, лучик меня очередной раз не подвел. Вот тут просто, я говорю, тут всего не передать. Тут конечно смотрится бомба. Если это смотреть визуально, то это гораздо красивше, чем с камеры. Так, ладно, выхожу я отсюда, потому что времени нету. Так, вот все дальше то же самое. И сейчас зайдем в последний ряд, я покажу, как выглядит виноград под пленкой. Так, вот еще один ряд. Это еще не пленка. Ну, тут то же самое все. Вот так чуть-чуть присяду. Ох, тут вообще, тут это у меня 2 ряда постарше. Тут еще волшебнее. Вот это туда, тут, туда. Тут просто атас. Вот тут точно висит на кусту 60+. Не знаю, сколько точно, но 60+ висит. Вот. Нагрузка везде одинаковая. Сразу хочу сказать, у меня уже все давно квадратно-параллелепипедно. Все работают одинаково. И более молодые ряды, и более старые. Но, в принципе, они уже все вошли в полную нагрузку. Поэтому никто никаких скидок не делает.
Кто как опылился, кто сколько навязал, тот столько и тащит. Вот. Ох, единская сила, да. Да, ну тут как раз немножко послабее еще пока. Но это и очевидно, потому что здесь явно нагрузка. Так вот слегка побольше, килограмм на 5 на куст выше здесь нагрузка, чем была там в тех рядах. Это у меня два ряда, ладно, так не буду я дальше. Там то же самое. Все, сейчас выйдем. Мне интересно просто показать вам, как выглядит виноград под пленочкой. Вот сейчас я покажу пленочку. Вот видите, арочка здесь накрыта. Вот на тех рядах нету пленки. Я решил в этом году не бросать. Долго объяснять почему, хотя пленка была. Решил оставить так, он там лучше красится. В этом году решил не бросать. Просто будут кое-какие конструктивные изменения в моих планах. Вот ухода балагана там под пленку, там надо будет доращивать торцы. В общем, я не стал портить пленку, не стал ее ставить. Ставить буду на следующий год по весне уже полностью над всем блоком. Так, вот это край. Смотрите, тут вообще пестня. Пестня. Вот он тут с краешку такой. Блин, ну я говорю, в камеру этого всего не передашь, этого не видно. Тут просто все завалено. Так вот, смотрите, хочу обратить внимание, что здесь виноград имеет, вот видите, какой шикарный размер. Вот, но он имеет цвет гораздо бледнее, чем без пленки. И это очевидно. Может быть, камера этого не передает. Вот, но это заметно. То есть при том, что здесь размеры ягод очень крупные визуально. Вот все. Но в целом по окраске он явно отстает от открытого грунта. То есть там, где он под пленочкой, явно видно, что идет задержка в окрашивании. Вот даже тот ряд соседний, который с ним одногодка, и по нагрузке он в принципе идентичен, там окрас все равно немножечко идет впереди. Здесь, ну, с другой стороны, мне хорошо, за один раз я его все равно весь не вырежу. Вот, а мне хорошо будет растянутое созревание, и возможно даже вот этот лучистый, который еще более зеленый, может быть, даже уйдет по более высокой цене. Почему? Потому что сейчас виноградом валом его активно вырезают. Вот, ну и пусть вырезает свою зеленку, а нам торопиться некуда. Я думаю, что под пленкой он у меня провисит и 10 дней, и 2 недели провисит. А к этому времени, я надеюсь, толкового винограда в большом количестве уже не останется. И возможно, что это даже хорошо, особенно как по этому году. Может быть, даже будет цена повыше. Ну, это я так мечтаю. Как будет, посмотрим. В любом случае, все это безобразие уйдет по очень хорошей цене. Ну, вот такая вот нагрузочка. Да, тут, конечно, посерьезнее, чем на первых двух. Ну, первые два ряда у меня самые молоденькие. Вот. Там всегда, кстати, он окрашивается первый. Ну, там и земелька чуть похуже. Я там брал пробы. Там, не знаю, что там делали предыдущие хозяева, но те, особенно первая половина двух рядов, там чуть похуже земля. Вот. Они росли первые два года послабее, чем эти. Эти, конечно, монстры. Так, уже рука начала трястись. Устала держать. Так, ну ладно, мы еще немножечко снимем. В общем, ребят, все до конца, в принципе, все примерно то же самое. Жалко, конечно, что он не красный, чтобы так в кадр так... Впилась вся цветовая гамма. Ну, снимем сейчас, потому что дальше не знаю, будет ли у меня время. Вот, оптовики будут приезжать каждый день и через день, и будем постоянно спилую ягоду подрезать. Вот, и я, возможно, уже больше вот к такой съемке, чтобы показать полностью нагрузку, уже и не вернусь. Ну, вот ради интереса можно выбрать кустик, вот, например, этот. Сейчас еще раз сосчитать побеги. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Этот мы не считаем. Это не плодовый, это у меня на новый рукав. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Ну, так как я и говорил, 18 побегов. Вот, и на каждом вот по две грозди. Я других, в общем-то, старался и не оставлять. То есть, если где-то оставлено одно соцветие, то это только там, где по какой-то причине не было побега с двумя
соцветиями. Но я говорю, таких может быть не на куст даже, а на ряд, ну, штуки 3-4 может быть и можно найти. А так, в принципе, все побеги несут по 2 соцветия. Ого, вот смотрите, какая себе штучка. Вот это вот будет, ну, кило 802 будет, когда она полностью нальется и окрасится. Будет хороший двушничек. Так, идем дальше. Ну, тут все в общем-то такое же. Вот, вот если показать, то тут, конечно, так, я говорю, так камерой не покажешь. Тут вот этот блок, 3-4 грозди, вот тут килограмм 6-7 сразу ягод. Вот так вот я его покажу, представляете, это такой конгломерат. Так, и вот это вот такой рядочек. Такой рядочек. Еще лучистый интересен чем характеризуется? У него, заметьте, зона плодоношения очень широкая. То есть, вот показываю руку, вот верхняя граница, да? И вот, смотрите, опускаюсь, вот аж где нижняя граница. То есть, очень широкая. Я вот для примера покажу Аркадия. У нее более плотно кисти идут, они сбиты в узкой зоне плодоношения. Поэтому лучистый, когда смотришь вот так вот визуально, как бы достаточно много пропусков, потому что он очень объемный. Вот, такого вида не имеет. На Аркадии, конечно, я сейчас покажу. Там выглядит все еще более, так сказать, плотно, красиво. Но на самом деле по урожаю где-то примерно на то и будет. Просто там более концентрированная плодовая зона. Так, все, отсюда я выхожу. Вот они торцы, как видите, лучше окрашены. Так, и мы переходим на аркашку.